Добрый день. А как меня видно, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Со звуком все в порядке? Хорошо. А в таком случае разрешите представиться, вернее, Елена уже сделала это вместо меня. Меня зовут Дмитрий Городников. Я активный партнер нового замечательного интернет-проекта «Территория роста». У нас действительно семейный бизнес, и, как вы видите на представленном фото, этот бизнес мы ведем вдвоем с моей драгоценной супругой Мариной. Итак, как я уже говорил, мы являемся партнерами международного бизнес-онлайн-проекта «Территория роста». И что мы предлагаем вам в этом проекте? В этом проекте мы предлагаем вам открыть собственный интернет-магазин. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, в настоящее время это перспективное направление? Как вы думаете? Если вы считаете, что да, поставьте пятерочки, к примеру. Да, действительно, это очень перспективное направление. Сейчас многие индивидуальные предприниматели хотят переводить свой бизнес именно в интернет. Почему именно в интернет? По той простой причине, что, во-первых, это удешевляет уменьшает конечную стоимость продукции, потому что в конечную стоимость не закладывается ни аренда торговых помещений, не закладывается заработная плата продавца, не закладывается зарплата техническому персоналу. В настоящее время вообще интернет-направление развивается вообще гигантскими семимильными шагами. И товарообороты в интернет-магазинах, которые открываются по всему миру, исчисляются триллионами долларов. Только за последние 5 лет, начиная с 2012 года, скажем так, товарообороты в интернет-магазинах увеличились ровно в 2 раза. И вот именно, скажем так, вступить в это онлайн-движение, в этот онлайн-бизнес мы и предлагаем вам, вступая в наш онлайн-проект. Как я уже говорил, в настоящее время интернет широко шагает по нашей планете. Вот непосредственно, если брать, к примеру, Беларусь. Да, на территории Республики Беларусь практически все население является активными пользователями сети интернет. И более 3 миллионов человек, как представлено на этом слайде, делали через интернет покупки. Но я думаю, что гораздо больше, скажем так, жителей и граждан Республики Беларусь делают покупки в интернете. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас уже приобретал для себя в интернет-магазинах что-нибудь? Да, действительно приобретали, это очень удобно, согласитесь. Приведу простой пример. К примеру, я собираюсь продавать косметику, а я открываю обычный офлайн-магазин, скажем, в Витебске. А вы проживаете, ну, к примеру, в Могилеве либо в Орше. Если вам необходима та или иная косметическая продукция, вы поедете ко мне в Витебск? Да, конечно же, не поедете. Для вас будет гораздо проще, выгоднее и удобнее заказать эти косметические продукты или средства личной гигиены, например, у меня в интернет-магазине, да еще с доставкой на дом, скажем так. Но опять же, интернет-технологии внедряются сейчас практически во все сферы человеческой жизни. Не только, скажем так, в обмен товарами, услугами. Интернет-услуги сейчас внедряются абсолютно везде. Вот на слайде вы, например, видите, что можно оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства, да, например, покупать билеты, оплачивать, ну и многое другое. Вначале я вам рассказывал, что это международный онлайн-проект. И, в принципе, вы можете охватывать аудиторию не только Республики Беларусь, но также России, Украины, Казахстана. То есть потенциал ваших покупателей, будущих, к примеру, или партнеров, абсолютно безграничен, я бы даже сказал.
Вот. Опять же, тот бизнес, который мы вам предлагаем в нашем онлайн-проекте, он абсолютно безопасен с точки зрения финансов. То есть финансовых вложений он не требует абсолютно никаких. Компания-производитель предоставляет вам свои ресурсы. Она предоставляет вам, во-первых, свои глобальные сайты на разных языках, на базе которых вы и открываете, либо еще только собираетесь открывать свои онлайн-магазины. Вам не нужно вкладывать деньги в продукцию, чтобы затем эту продукцию продавать через свой онлайн-магазин. Все это предоставляет компания-производитель. А компания-производитель, например, в Германию можно? Можно, если постараться. А компания-производитель осуществляет доставку продукции практически до конечного потребителя. Она занимается логистикой. Вот. Она ведет бухгалтерский учет каждого онлайн-офиса. То есть каждого офиса. То есть вам не нужно, опять же, тратиться ни на бухгалтера, ни на какого-нибудь юриста, чтобы он отслеживал правильность ваших операций. Компания-производитель на базе сайта, который мы предлагаем вам, вернее, мы открыли вам уже интернет-магазины, она несет абсолютную ответственность за продукт. То есть, если, например, какой-то продукт оказался с производственным браком, его можно абсолютно спокойно вернуть обратно. А также она стимулирует ваше развитие как лидеров, своих партнеров. Она стимулирует вас подарками, она вкладывает огромные средства в бонусы и поездки, которыми она вас и поощряет. Ну, вот так много информации, и сразу же возникает законный вопрос у многих из вас. А что я должен конкретно делать? Какие мои персональные обязанности? Какой мой функционал? Действия очень простые. Крайне просты. Три основных действия. В чем будет заключаться ваша работа? Ну, во-первых, ваша работа, не работа, называйте как хотите, будет заключаться в том, что вы должны ежедневно ухаживать за собой, там, умываться, к примеру, там, чистить зубы, что вы, в принципе, делаете. Но при этом вы должны приобретать продукцию, ну, все средства личной гигиены через свой личный интернет-магазин. Это во-первых. Во-вторых, так как это дело новое, вы должны обучаться ему, потому что, в принципе, мы хотим видеть в качестве своих партнеров, ну, квалифицированных специалистов, скажем так. Ну и третье, это ежедневно размещать рекламу, например, где-нибудь в интернете, для того, чтобы привлекать в свой онлайн-магазин лояльных покупателей, либо также партнеров. В принципе, все очень просто по той простой причине, что продукция, которую мы предлагаем вам продавать через свои интернет-магазины, очень популярная, очень хорошая, очень качественная и пользуется спросом на территории не только Республики Беларусь, но и многих стран в мире. И что же за компания, с которой сотрудничаем мы? Вот. Что касается названия, это не компания-однодневка, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Эта компания работает в 62 странах мира. Она уже почти 50 лет на мировом рынке. На территории Республики Беларусь она уже, скажем так, официально работает на протяжении 13 лет. Это шведская косметическая компания Oriflame. Почему я говорил, что работать с продукцией этой компании очень просто? По той простой причине, что это раскрученный бренд. Oriflame знают все. Ну, пользовалась, по крайней мере, большая часть женского населения Республики Беларусь. Наша компания, с которой мы сотрудничаем, она выпускает товары повседневного спроса. То есть эти товары не нужно бегать там кому-то предлагать с каталогами, например, да, уговаривать, чтобы их купили. Их и так покупают все. Вот. Поэтому, в принципе, работать с продукцией компании Reclaim очень просто. Товарооборот
компании Oriflame составил в прошлом году более чем 1,5 миллиарда евро. Причем товарооборот, ну скажем так, постоянно растущий, растущий в геометрической прогрессии. Компания Oriflame это очень, скажем так, богатая компания. Она имеет собственных 5 заводов, научно-исследовательский центр. Она также имеет акции, которые высоко котируются на Стокгольмской фондовой бирже. И компания Oriflame предлагает нам официальный, чистый, легальный доход. То есть это не какие-то, ну как я это говорю обычно, веб-мани, какие-то фейковые деньги. То есть с компанией Oriflame мы сотрудничаем абсолютно официально и легально. Как только мы выходим, вы выходите на удовлетворяющий вас уровень дохода, открывается индивидуальное предпринимательство, заключается договор возмездного оказания услуг, и все заработанные деньги перечисляются на ваш лицевой счет. Вот именно из-за этих критериев, из-за этих 5 критериев мы и выбрали для себя эту компанию в качестве надежного партнера, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. До этого я говорил, что продукция, с которой мы работаем, очень популярна и востребована не только на территории стран Европы или Азии, она очень востребована на территории Белоруссии, Российской Федерации, Украины. На протяжении нескольких лет на территории Республики Беларусь продукция компании Oriflame получала ну, такие значительные награды, скажем так, как выбор года. Причем это в потребительской номинации. Потребители выбирали нашу компанию, то есть компанию, с которой мы сотрудничаем, в качестве лучшей компании. В качестве компании, сетевой компании, компании прямых продаж, которая предоставляет на территории Республики Беларусь лучшую косметику, скажем так, средства личной гигиены. И вот, пожалуйста, вы видите на слайде, что 2015 год также лично для меня был отмечен тем, что компания Oriflame вновь получила награду «Выбор года 2015 года» как косметическая компания прямых продаж номер один. Вот замечательное фото. Это наш генеральный директор Екатерина Мамедова с медалью, скажем так, заслуженной наградой. Вот здесь вот на сцене вы сейчас видите, она держит также и диплом, подтверждающий эту награду. Наш партнер, компания Oriflame, занимается производством не только средств личной гигиены, косметической продукции, аксессуаров, бижутерии, а компания Oriflame также производит продукты для здоровья. Это витамины, минералы, БАД, продукты питания, омега-3. Ну, очень подробно останавливаться на этой категории продукции я не буду, по той простой причине, что, скажем так, каждую неделю по пятницам у нас проходят обучающие вебинары, которые связаны именно с этой темой. Wellness, продукция компании Oriflame. Там рассказывается о ее составе, о воздействии. Лично от себя могу сказать, что продукция действительно классная, вообще потрясающая. Всей семьей мы ее употребляем. Это в первую очередь Wellness Pack для мужчин, для женщин, коктейль. Для ребенка детские витамины, для ребенка омега-3. Скажем так, это, во-первых, заряд энергии, бодрость, ну и все нежелательные болезни обходят на стороной. Именно благодаря вот этой вот линеечке Wellness компания Oriflame, скажем так, она еще имеет ряд сертификатов от европейских фармацевтических компаний. Вот, например, GMP сертификат. Это высочайший знак качества на европейском фармацевтическом рынке. В прошлом году, в 2015 году, компания Oriflame была отмечена
вот обратите внимание на этот слайд, она была отмечена на российском рынке премией здорового питания. Она стала лауреатом в категории «Лучшая компания-производитель витаминов и БАДов». Вот, видите, на этом фото Антон Привольный, ведущий телепередачи «Контрольная закупка», вручает сертификат Юлии Потеевой. Это наш директор категории Wellness на территории Российской Федерации. Вот. В чем же преимущество проекта, в чем же преимущество того бизнеса, который мы вам предлагаем? Ну, скажем так, первое, одно из главных преимуществ заключается в том, что бизнес, который мы вам предлагаем, полностью умещается в ноутбуке. То есть вы не привязаны конкретно к какому-то городу, населенному пункту, либо офису. Вот, к примеру, завтра мы с Мариной уезжаем отдыхать на турбазу за сотни километров от Витебска, но это не значит, что наш бизнес остановится, а по той простой причине, что там есть интернет, мы с собой берем ноутбуки и, в принципе, довольно спокойно будем на турбазе совмещать отдых с работой. То есть вот эта вот компактность, мобильность этого бизнеса, ну, впечатляет, согласитесь. Доход, который вы получаете в нашем проекте, я уже об этом говорил, полностью официальный. То есть выплачиваете на расчетный счет любого банка, с которым вы будете заключать договор. Еще преимущество нашего проекта заключается в том, что здесь абсолютно нет зависимости от начальника. Почему нет зависимости от начальника? Ну, по той простой причине, что начальника у вас нет. Вы сам себе директор, скажем так. Вас никто не может ни наказать, ни уволить, ни отругать за какую-то провинность. По той простой причине, что вы сами выбираете, скажем так, тот отрезок времени, когда вы работаете, и тот отрезок времени, когда вы отдыхаете, либо обедаете, да? То есть впоследствии вы сами увидите, что если вы стали мало зарабатывать, либо просто мало зарабатываете, это значит, что вы недостаточное время уделяете для работы. Соответственно, нужно увеличивать интенсивность действий, а также их количество. Также преимущество нашего проекта заключается в том, что здесь абсолютно нет никаких финансовых рисков. Об этом я тоже сегодня говорил. То есть ваш интернет-магазин будет открываться на базе уже готового сайта, то есть в это денежки вкладывать не нужно. Не нужно покупать продукцию, чтобы ее потом продавать через свой интернет-магазин. Всем этим занимается компания-производитель, которой мы сотрудничаем. Всем этим занимается компания Oriflame. Также здесь происходит личностное развитие в результате общения с различными категориями населения, скажем так, в результате проведения бизнес-встреч, в результате приглашения, в результате обсуждений, в результате обучения, например, на каких-то корпоративных мероприятиях, либо на командных мероприятиях. Корпоративное мероприятие, кстати, в компании Oriflame проводится высочайшего класса. Для этого снимаются, как правило, лучшие залы республики, лучшие залы в городе Минск. Также, сотрудничая с нами в этом проекте, вы получаете возможность путешествовать по миру. Причем путешествовать по миру не только за деньги, которые заработаны в этом проекте, а вы получаете возможность путешествовать по миру за счет компании. А компания вас будет награждать путешествиями за проделанную вами работу. Вот, к примеру, когда вы открываете звание золотого директора, вы путешествуете по миру, посещая золотые конференции. Ну, об этом немножко
Попозже я расскажу. В чем еще преимущество нашего проекта? Это признание и награждение. Действительно, за проделанную работу, за успешное и продуктивное сотрудничество с компанией Oriflame, а тем более за сотрудничество с компанией Oriflame именно в нашем проекте. Каждое ваше действие будут награждаться и поощряться как со стороны самой компании, так и со стороны, конечно же, ваших бизнес-партнеров и спонсоров. Компания Oriflame занимается также по всему миру благотворительностью. Учреждены специальные детские фонды, а также фонды, которые помогают молодым матерям. На территории Республики Беларусь компания Oriflame также вкладывает значительные средства в благотворительность, и деньги перечисляются в так называемые SOS-деревни, соцдеревни. Там, где проживают, находятся дети, которые остались без родительской заботы, скажем так. Путешествуя по миру с компанией Oriflame в нашем проекте, посещая обучающие корпоративные мероприятия, командные мероприятия, у вас появляется большое количество новых друзей, вы заводите новые полезные, интересные знакомства. И это также большой плюс, большое преимущество нашего проекта. Зарабатывая здесь деньги, вы имеете возможность оказывать помощь близким для вас людям. Вы можете оказывать им либо материальную помощь, либо приглашать их сотрудничать вместе с вами в нашем проекте, сотрудничать с компанией Oriflame, потому что вы знаете, что здесь можно зарабатывать хорошие деньги, и именно этим вы и стараетесь помочь близким и родным для вас людям. Также немаловажным преимуществом нашего проекта и непосредственно немаловажным преимуществом сотрудничества с компанией Oriflame является возможность передачи бизнеса по наследству. А что это значит? Это значит, что вы можете впоследствии свой бизнес, да, все свои ежекаталожные выплаты, премии, звания передать по наследству своим детям. А в Беларуси это довольно просто, достаточно просто от руки написанного заявления, заверенного нотариально и в компании также. Ну и одним из самых главных преимуществ нашего проекта является же, конечно же, свобода. Свобода выбора, свободное время, которое вы можете с удовольствием посвятить своей семье, своим детям. Это время вы можете посвятить тому делу, тому хобби, которым вы любите заниматься. Наш бизнес отличается от линейного бизнеса, но как и в любом бизнесе, суть его заключается в создании товарооборота. Чем выше будет товарооборот, тем более прибыльным будет ваш бизнес. У нас в компании и непосредственно в нашем проекте мы предлагаем вам два способа создания товарооборота. Первый способ – это товарооборот, полученный в результате личных рекомендаций. Что это значит? Это значит, когда вы самостоятельно предлагаете каталог своим клиентам, показываете им продукцию, рассказываете о ней, помогаете оформлять покупку. И, в принципе, на этом вы можете зарабатывать довольно неплохие деньги. Здесь есть, конечно же, плюсы. То есть деньги вы зарабатываете быстро. В принципе, деньги вы зарабатываете легко и престижно. Потому что я уже говорил, что компания Oriflame – это брендовая компания, которая сама себя продает. Так? Но здесь есть и минусы. Ну, один из главных минусов выставлен у меня второй строчкой. Сначала расскажу о первом минусе. Доход здесь небольшой при личных рекомендациях. Почему доход небольшой? Ну, это довольно просто. По той простой причине, что в принципе богатых продавцов не бывает. Скажем так.
Вот вы видели когда-нибудь богатого продавца, который стоит за кассой? Если видели, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Но я даже не буду туда смотреть, потому что я уверен, что вы их там не будете оставлять. Богатыми могут быть только хозяева торговых точек. Согласитесь. Это, во-первых, доход небольшой. И второй минус в личных рекомендациях заключается в том, что когда вы не работаете, когда ваш каталог не работает, когда вы не предлагаете продукцию, денег вы не получаете. То есть, если вы куда-то уехали, деньги вы не получаете. Но, тем не менее, вот этот вот способ, первый способ создания товарооборота за счет личных рекомендаций довольно хорошо подходит, скажем так, для людей, которым нужны быстрые деньги, которым нужны деньги здесь и сейчас. Это, к примеру, студенты, так, это, к примеру, молодые специалисты, которым нужна срочная подработка, которым нужны денежки там на подарок, что-то там докупить. Ну, мы, скажем так, больше продвигаем в своем проекте, в проекте «Территория роста», другой способ создания товарооборота. Это не просто создание товарооборота, это создание миллионных оборотов в официальном интернет-магазине Oriflame благодаря привлечению туда новых партнеров. Благодаря, скажем так, мы создаем миллионные товарообороты благодаря тому, что открываем своим новым партнерам их собственные интернет-магазины на базе уже готового сайта. Вот посмотрите, пожалуйста, эта фотография, на ней изображена команда директоров Елена Ракочи и Дениса Бирюкова, которые поставили перед собой цель, амбициозную цель, очень высокую цель, и всеми силами стремятся, чтобы ее добиться. Как ведется работа в нашем онлайн-проекте? Ну, оформление заявок онлайн, это когда вы принимаете, скажем так, заявки от своих клиентов, еще не партнеров. Это скайп-встречи, которые проводятся, как правило, с уровня менеджер и выше. Работа в социальных сетях, ведение информационных рассылок и бесплатное обучение онлайн, либо посредством просмотра обучающих записей, вебинара, прочтения подробнейших пошаговых инструкций. И опять же, насколько интенсивно все это нужно делать. Понимаете, в чем дело? Чем больше будете вы предпринимать действий, да, чем больше и интенсивнее вы будете их делать, чем больше будет товарооборот в вашем интернет-магазине благодаря вот этим вашим действиям, благодаря этим вашим усилиям, тем выше будет ваш доход. Давайте попробуем все это просмотреть в цифрах. Почему это работает, скажем так. Среднестатистическая белорусская семья, сегодня поговорим о Беларуси, среднестатистическая белорусская семья тратит на косметику и средства личной гигиены в среднем 200-300 тысяч. Да? Ну, возьмем что-то промежуточное, 250 тысяч белорусских рублей. Согласитесь, что это довольно условная цифра по той простой причине, что ежемесячные затраты семьи на средства личной гигиены и косметику по ежедневному уходу зависят в первую очередь от количества членов семьи, так зависит от их потребностей и от их возможностей. Я прав? Скажите, пожалуйста. Если я прав, поставьте, пожалуйста, троечки в чате. Ваш средний заказ, ваш средний расход в месяц равняется примерно 250 тысяч белорусских рублей? Или, может быть, больше кто-то тратит? Вот, троечек больше побежало, наверное, вы больше тратите. Ну да, действительно, больше.
примерно. Ну, скажем так, я взял среднестатистический, минимальный, называйте как хотите. Опять же, бывают такие периоды, например, когда сразу все заканчивается абсолютно на полках, да, вот резко сразу все закончилось. И гель-души, и шампуньки, у жены, например, помадки почему-то закончились, я даже не знаю почему, да, там что-то там для бритья, после бритья, во время бритья туалетной водички. И тогда, конечно же, эти расходы могут превышать 600, 700 и даже миллион. Ну, а когда-нибудь почти ничего не заканчивается, тогда и 100-200 тысяч. Ну, мы взяли 250 тысяч. Опять же, вот на этой вот фотографии вы видите жилой дом. В этом жилом доме находится 180 квартир. Ну, я так предметно рассуждаю. Итак, 180 квартир, 180 семей купили для себя, покупают для себя ежемесячно, ну, в среднем на 250 тысяч белорусских рублей. Товарооборот, который дает на средствах личной гигиены этот дом, составляет минимум в месяц 45 миллионов белорусских рублей. 45 миллионов белорусских рублей. Значит, если вы всем жителям этого дома, скажем так, 180 человекам откроете интернет-магазины, их личные интернет-магазины, в которых они сами для своих семей будут покупать. То есть вы будете причастны к этому товарообороту, и в благодарность вам, как организатору такого товарооборота, компания Oriflame выплачивает определенный процент. Он будет равняться в пересчете на белорусские рубли порядка 6 миллионов 700 белорусских рублей, может быть даже и больше. Вы представьте, какая здесь может быть изображена цифра, да, если, скажем, вы откроете не 180 интернет-магазинов, а, скажем, 250. Ну, по статистике, за 3-5 месяцев активного партнерства в нашем онлайн-проекте у вас в команде появляется 200-300 партнеров и активных покупателей. Соответственно, эта цифра будет гораздо больше. Но в качестве менеджера, который получает вот такие вот суммы, вам не захочется находиться постоянно. Вы должны искать не просто потребителей, а вы должны строить команду партнеров, людей, которые так же, как и вы, будут искать, скажем так, новых партнеров, новых потенциальных покупателей. Вот смотрите, вот один человек может, в принципе, легко пригласить пятерых. Может пригласить легко пятерых, открыть им интернет-магазины. Он может пригласить десятерых и открыть им интернет-магазины. Но будет гораздо легче, если он пригласит пятерых, и эти пять партнеров также пригласят по пять человек. И те пять партнеров также пригласят по пять человек. И вы становитесь директором, потому что у вас в команде уже будет больше, чем 700 человек. Больше, чем 700 лояльных покупателей и партнеров. Вы становитесь директором, и уровень ваших доходов значительно возрастает. Какие еще, скажем так, есть положительные стороны в звании директора? Ну, ежемесячный доход 700 долларов-1000 долларов. Достигнув звания директора, вы получаете единовременную выплату, единовременную премию в размере 1000 долларов США. Вы принимаете участие в программе «Мой автомобиль с Oriflame». Сейчас это Skoda Rapid. Очень хороший автомобиль, очень качественный. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, из присутствующих сегодня в вебинарной комнате, хочет получить для себя автомобиль Skoda Rapid? Да, Наталья хочет получить автомобиль Skoda Rapid. Елена, одни директора фактически пишут. Хорошо. Да, для директоров, в принципе, это уже довольно близкая цель. Это уже даже не мечта, это цель. Достаточно просто действовать. Также, достигнув звания директор, вы получаете приглашение на две персоны на банкет директоров.
Банкеты директоров – это также феерическое мероприятие, чуть позже вам покажу несколько фотоснимков оттуда, которое проходит, опять же, на лучших площадках Республики Беларусь, на лучших площадках города Минска. Ну, а также одним из… Очень-очень хочу Анастасия. Анастасия хочет на банкет директоров, либо автомобиль Шкода Рапид. А, стойте, я понял. Анастасия хочет на новеньком автомобиле Шкода Рапид приехать на банкет директоров. А, хорошо. А, также одним из преимуществ звания директор является перспектива дальнейшего роста. А, потому что на звании директор карьерная лестница в компании Oriflame не заканчивается. Здесь она только начинается. Как я вам и обещал, покажу сейчас несколько фотоснимков с банкета директоров. Это ключевая команда наших предстоящих спонсоров Елены Ракочи и Дениса Бирюкова. Вот это вот семейная пара Дмитрий и Марина Городникова. Рассказывать я вам о них не буду. Вот. Также здесь еще есть фотография семейной пары, которая вместе с нами была на одном из наших первых банкетов. Это Елена и Дмитрий Левша. Далее, это родная сестра Елены. Это Анна Козловская, которая в прошлом году закрыла сразу два звания. Старший директор и золотой директор. Это Екатерина Дробицкая. Вот обратите внимание на все вот эти вот фотографии, да, какое огромное количество директоров. Все эти люди, как вы видите, абсолютно разного возраста, они все абсолютно разные по профессии. Это и, скажем так, бывшие госслужащие, так, это юристы. Вот на этом фотоснимке также хочу отметить нашего вышестоящего спонсора, это Наталья Бирюкова, это учителя, это студенты. Что их привело на сцену, что их привело на этот банкет директоров? В первую очередь, я думаю, на сцену и на банкет директоров их привело огромное желание самореализоваться и воплотить свои мечты. Так, а вот на этом фотоснимке вы видите Елену Ракочу и Дениса Бирюкова с их максимальной премией $6000. Здесь они стоят в звании бриллиантовых директоров, только-только его закрыв. Почему еще многие люди уходят с государственной работы, перестают быть учителями, инженерами, госслужащими, да? Почему они приходят в компанию Oriflame? Ответ очень простой. Дело в том, что на любой государственной работе есть, скажем так, потолок по зарплате, выше которого подняться невозможно. Вот, к примеру, обыкновенный учитель, он максимально, докуда он может доработать, это до директора школы. У директора школы есть потолок. Так? Например, инженер или госслужащий, ну, тоже он может стать ведущим специалистом, там, главным инженером или директором. У него также будет потолок по заработной плате. Согласитесь. В компании Oriflame маркетинг-план лестница успеха рассчитана таким образом, что потолка в заработной плате, никаких финансовых ограничений здесь нет. Вы сами выбираете тот уровень дохода, которого вы достойны. Вы сами выбираете тот уровень и стиль жизни, какой бы вы хотели для себя иметь. Ну, самое главное, что для этого нужно делать, для этого нужно работать. Еще я хочу показать вам несколько фотографий с отдыха. Вот обратите внимание, в прошлом году мы всей командой под руководством Елены Ракочи и Дениса Бирюкова ездили в Европу. Мы были и в Германии, мы были в Польше, мы были в Дании, мы были в Швеции. Затем мы с всей семьей ездили в Турцию. Да, вот мы были еще в Турции.
за деньги, заработанные с компанией Reclaim. А как я уже говорил, мы были в Швеции в научно-исследовательском центре Игелеса. Это место, где разрабатывался коктейль Natural Balance. Мы проходили обучение у ведущего кардиохирурга мира Стига Стена. Мы целый день пробыли в этом замечательном уголке, и у нас осталась масса впечатлений. Также мы были за рубежом на обучении от компании в Литве на 7-м саммите будущих президентов Oriflame. Пятизвездочный отель, также неизгладимое впечатление. Как я уже рассказывал ранее, путешествовать можно не только за деньги, заработанные с компанией Oriflame, а путешествовать можно также и за счет нашей компании-партнера. Вот, к примеру, на этом фотоснимке Елена Ракоча и Денис Бирюков в Швеции, в Нобель-холле. Они, скажем так, в Нобелевском зале, где чествуют только нобелевских лауреатов. Вы только представьте, вот что должен сделать простой, ну, смертный человек для того, чтобы туда попасть. Ну, явно быть номинантом на Нобелевскую премию. А наши лидеры там побывали, и в этом им помогла компания-партнер, компания Oriflame. Также за счет компании они побывали на одной из самых шикарных золотых конференций, которая проходила на Средиземноморье на шикарном лайнере. Они посетили несколько стран, несколько городов и рассказывали о своих вообще потрясающих впечатлениях. Они говорили, что в принципе даже словами невозможно передать те впечатления, которые у них остались. И мы настолько замотивированы этими их речами, что хотим в юбилейный год также побывать на аналогичном лайнере, на юбилейной золотой конференции. На этом фотоснимке они изображены вместе с белорусскими лидерами непосредственно внутри этого лайнера. В 2015 году они побывали на бриллиантовой конференции в Сингапуре, в одном из самых дорогих отелей мира. В этом отеле бассейн находится на самом верхнем этаже, оттуда открывается вообще замечательный, потрясающий вид. Ну, в принципе, также, согласитесь, неизгладимое впечатление. Стоимость проживания в этом отеле также зашкаливает, там на одного человека в сутки получается около $600. В этом году они также побывали на бриллиантовой конференции в Абу-Даби. Оттуда они даже проводили обучающий вебинар, за что им огромное спасибо. Мы ими очень гордимся. В прошлом году они побывали также и на золотой конференции, но уже не вдвоем. На этот раз с ними была и родная сестра Лены, Анна Козловская, которая закрыла звание золотой директор. Это была Валенсия. Также они рассказывали о потрясающем карнавале, который для них устроила компания Oriflame, о том, как они учились танцевать фламенко, как их награждали, вообще фейерверки, феерическое мероприятие, все просто сногсшибательно, ну просто обалденно. И вот несмотря на то, что в принципе в мире сейчас наблюдается некое подобие экономического кризиса, экономический кризис, ну называется как хотите, вы видите, вот глядя на все эти мероприятия, которые проводит компания, что это очень богатая компания, что деньги здесь есть. И вот обратите внимание вот на эту таблицу. За последние 18 месяцев в компании Oriflame звание от директора и выше закрыли больше 6000 человек. 6370. Только бонусами, какими-то поощрениями компания Oriflame выплатила своим партнерам больше 10 миллионов долларов. Согласитесь, что цифра тоже просто потрясающая, сногсшибательная. Что касается непосредственно денег, которые были затрачены на выплату заработанных денег, заработных плат, эта сумма, ну, вообще, например, у меня, чуть не сказал в кошельке, в голове не укладывается. Это полмиллиарда долларов. Вы только представьте, полмиллиарда долларов было выплачено за последние
18 месяцев. Вы раз находитесь на сегодняшнем обучающем вебинаре, я думаю, вы уже твердо для себя решили стать активным участником нашего проекта «Территория роста», нашим партнером, партнером компании Oriflame. Будьте готовы к тому, что на вашем пути будет встречаться огромное количество людей, которые будут вас отговаривать. Они будут утверждать, что это невозможно, что вы не добьетесь при сотрудничестве с нашим онлайн-проектом, при сотрудничестве с компанией Oriflame никаких успехов. Не верьте им. Они вас просто отвлекают. Они опираются даже не на их собственный опыт, они опираются на слова тех людей, у которых в этом бизнесе ничего не получилось. Ну, запомните такую вещь, что кроме вас самих, о вашей семье, о ваших родных и близких, ну, никто не позаботится. Никто не протянет вам руку помощи, особенно те, что говорят, что у вас ничего не получится. Не верьте. Все в ваших руках. Все зависит только от вашего желания, от вашего стремления достигнуть определенного результата. И наш международный бизнес онлайн-проект «Территория роста» протягивает вам эту руку, а мы даем вам шанс. Воспользуйтесь этим шансом. Станьте успешными. Если есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чате. Вопросов нет. Ну, в таком случае я хочу еще раз пожелать вам успеха. Я хочу пожелать, чтобы осуществились все ваши заветные желания, все ваши мечты. Счастья и здоровья вам и вашим близким. Успеха вам и процветания. С вами был Дмитрий Городников, проект «Территория роста».